Παρέλαβα από τους πατέρες μου τους πνευματικούς. От своих отцов, от своих духовных отцов, я, то есть, принял этот образ жизни, по которому следую. Эргасия и просевки. Труд и молитва. Диакония. Служение и богопочитание. Αυτά είναι τα δύο κουπιά. Это два весла. Με τα οποία на которых мы путешествуем к Царствию Небесному. Η εργασία νεκρώνει τη σάρκα. Труд умерщвляет плоть, смиряет ее. И то мегало авто цирио. И вот это, вот этого зверя, которое называется эпитимия, плотская сарки, похоть, она ее усмиряет, она ее собирает, сдерживает. И еще труд входит в правила монашеской культуры, монашеской жизни. О Герондас Амфилохиос. Вот старец Амфилохий преподал мне такой образ жизни. Когда-то к моему старцу пришли два человека, два образованных человека, которые попросили у него келью, чтобы могли там остаться жить и подвязаться в аскезе. Старец их спросил, чем вы будете заниматься, какое послушание будете нести. И апиндисан, у адельфос, έχει мия синдакси, та ζούμε με τη синдакси αυτή και та προσευχόμαστε, та мелетούμε και та προσευχόμεθα. На что один брат ответил, вот. У нас есть пенсия, на которую... Εγώ τέτοιο μοναχισμό δεν γνωρίζω. На нее мы будем жить и как-то молиться, читать, изучать. На что старец ответил, простите, но такого монашества я не знаю. Я авто дэн боро на сас воитисо на парете кельи. Поэтому не могу вам помочь в этом, не могу вам дать келью. И в древнем, в первоначальном монашестве в Египте бездельников, монахов не существовало. Безделие, праздность, мать всех зол. Так говорили и наши древние предки, древние греки, эллины. Праздность. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη γραμμή και την κρατήσαμε και το μοναστήρι ανακαινήσαμε και όλα τα εξαρτήματα, τα κελιά τα επισκευάσαμε και τη γη καλλιεργήσαμε. Придерживаемся и монастырь восстановили. И все пристройки, все помещения все восстановили, обновили. И все поля посадили. И сχεδόν, αυτό είναι το τελευταίο σπίτι που επισκευάζουμε. Όλα τα άλλα τα επισκευάσαμε. И это получается последнее здание, которое мы восстанавливаем. Все остальное уже восстановлено. Με τα χέρια των μοναχών. И все это было сделано руками монахов. Και με τη βοήθεια ευλαβών προσκυνητών που μας προσέφεραν χρήματα για να αγοράσουμε τα υλικά. И помощью благочестивых асβέστη,
цемендо, паломников, амо, которые своими средствами помогли нам приобрести материалы, песок, известь, цемент. Поэтому желаю, чтобы Господь всем этим людям здесь воздал богато все даже материальные блага, которые имели праотцы, Авраам, Исаак, на клирономишу и унаследоваться вечной жизни. Аргос монахос не пребе на ипарси. Монах не должен быть праздным. Имя 73 хроно. Мне уже 73 года. Меполла проблема тайгиас. Очень много проблем со здоровьем. И несмотря на это, с самого утра до 10 вечера нахожусь постоянно на стройках, на полях. Я почти потерял зрение. Ну и несмотря на это, всегда нахожусь рядом с братьями, их немножко ободряю.